Так, за мной! А вот и сюрприз. У меня есть код доступа к этой двери. Сезам, откройся! К нам гости! Итак, вот наш план. Я открываю двери, мы входим внутрь и ищем боеголовку. И не напоминай. Это не все. Ты должен войти в их штаб и найти устройство для активации заряда. Времени мало, поэтому мы должны разделиться. И хватит скулить, понял? Джек, передаю тебе координаты устройства. Торопись, у нас мало времени. Черт, закрыто. Не волнуйся, для этого у тебя есть я. Вот и открыто. И что? Все документы проверили, отсортировали? И мы знаем, что куда отправят? Конечно. Я сделал резервные копии на компе для надежности. Ты убедился, что у всех спецотчетов новая обложка? Ну да, конечно. Меня еще вчера предупредили. Молодец. Такой, друг, ты жив? Что за чертовщина? Ты ничего не заметил?
здесь происходит? Что это было? Что здесь произошло? Что за чертовщина? Ау! Устройство у меня. Что дальше? Двигай здание безопасности как можно быстрее. Я почти закончила. За мной, Джек. Куда мы идем? Увидишь.
Подожди, надо отключить замок. Попробуй теперь. Аванпост, боеголовка где-то там. Ты первый. Вон там! Мать вашу! Куда ты делся? Нас атакуют! Я вынес тебя! Они прямо перед нами! Слышал? Ты слышишь? У меня просто нервы пошаливают.
Эй, кто там ходит? Слышал? Что это было? Произошло. Сюда. Я, кажется, что-то нашел. Вот это я понимаю. Сервис. Я за рулем. Уступаю. Осторожнее. Лаборатория охраняется лучшими людьми Кригера. Ну, разумеется. Мы разберемся с этим, Дойл. Свяжусь, как только доберемся туда. Чего ожидать по пути внутрь фабрики. Будьте осторожнее. И еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Сначала ты. Ну ладно, хорошо. Это последнее. После этого мы отсюда выберемся, наконец. Дойл присмотрит за боеголовкой. А ты, Джек, зачисть территорию и вызови лифт.
ничего там не видишь? Мать вашу! Эй, кто там? Джек, она здесь. Спускайтесь. Следующая дверь закрыта. Ты должен найти способ открыть ее и дать Вэл пройти в другой отсек. Ты ничего не заметил? Что за чертовщина? Достань их!
мать вашу! На месте. Окей, Джек, осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Следуй за мной, Джек. Нам надо найти сыворотку. Что это за место? У меня никогда не было допуска в эту зону. Судя по тому, что я смог перехватить со спутника, здесь Кригер проводил третью стадию своих экспериментов. Он так сильно торопил события, что стал использовать в качестве материала для опытов живых существ, вкалывая в них траген-сыворотку. У них были планы создавать трагенов из зародышей. Дойл, мы в лаборатории. Окей, время колоть сыворотку. Найдите красный контейнер с эмблемой из трех колец. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. Сыворотку следует вколоть в шею. Бывало и хуже. Идем. Вэл, активируй боеголовку. Джек, прикрывай ее любой ценой, она не сможет обороняться.
Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Поторопитесь, у нас посетители, и их немало. Как идет процесс? Что здесь произошло? Становится жарко, Вэл. Поднажми. Чертовщина. Хочешь еще? Достань их! Какого черта? Thank you.
Так, загляни в будущее. Человек больше не царь природы. Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут. Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на 1000 лет вперед. Выживает сильнейший. Удачи! Вот спасибо.
наконец-то. Я не мог связаться с вами какое-то время, Джек. Все окей? Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял, понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепление. Они как раз неподалеку от тебя. Из лабораторий расползлись по всему острову. Будь предельно осторожен. Дойл, моя рука зеленеет. Похоже, ты все-таки заразился. Ну я же вколол сыворотку. Сыворотка спасает при обычных обстоятельствах. Видимо, произошла утечка, перенасытившая воздух мутаген. Так заразился Кригер. Кригер заражен? Он разработал для себя препарат, не допускающий распространения мутаций по телу. Уверен, он у него с собой. Попробую уговорить его выделить мне пару капель.
пора покончить со всем этим. Я тоже вывалюсь туда. Не беспокойся, все почти. У меня для тебя кое-что есть.
произошло? Ты слышишь? С тобой все хорошо? А как по-твоему? На вашем месте я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации.
Что это было? Выкурить его оттуда! Куда он делся? Oh!
Ай!